Начали. Мы сегодня начинаем 13-е в этом семестре заседание предметного семинара. Значит, в объявлении значится двое докладчиков, Олег Георгиевич Смолянов и Николай Николаевич Морозов. Николай Николаевич здесь присутствует, и он, собственно, будет нам рассказывать про функциональную интегралу. А Олег Георгиевич обещал, что он хотел, он не смог быть в этот раз, но в следующем семестре он все-таки постарается до нас добраться. Так, значит, опять-таки, студентам я напоминаю, что если кто хочет сдавать девзачет, то можно выбрать этот семинар в качестве темы для реферата. Тогда надо после семинара не убежать и познакомиться с докладчиком. Так, значит, как обычно, пускаю по рядам лист для записи присутствующих. Ну и объявлю, что будет у нас в следующий раз. В следующий раз у нас уже будет 16 декабря. И 16 декабря слишком серьезных и формальных тем ставить уже нельзя. Потому что сессия. Поэтому на следующий раз у нас опять музыкальный доклад. Это профессор Дмитрий Борисович Бубулев из Московской консерватории представит вот ряд своих молодых. Значит, соответственно, кроме вот списка для записи, пускай пройдет некое количество объявлений о следующем семинаре, чтобы интересно берет. Ну и вот это тоже хорошо. Так, на этом, наверное, я замолкаю и даю слово тоже. Здравствуйте, спасибо за возможность рассказать на вашем семинаре о том, чем мы занимаемся. Вот. И меня интересует, с какого курса, значит, здесь большинство слушателей. Присутствует ли третий курс здесь? А вот как раз у нас попадает ожидаемое большинство. Вот. Спасибо. Вот. И поскольку тема касается такой довольно глубокой вот, области науки. Вот, меня интересует ваш такой базис, вот, начиная с которого, от чего можно было бы отталкиваться. Вот, кто знает, что такое, так, сначала из физики, функционал действия из аналитической механики? Вот здесь половина знает, понятно. Спасибо. Вот. И из области математики кто знает такие словосочетания, как сигма-алгебра и еще одна аддитивная мера? Вот примерно те же самые. Вот. Можно сказать, что по-простому это множество, которое можно приписать и играть. Да. Хорошо. Значит, в теме доклада с Олегом Георгиевичем, значит, указали вот, эволюционные уравнения и функциональные интегралы, которые их решают. Это открытие середины века, Нобелевский лауреат Ричард Фейнман, который всю жизнь значит, в науке такой, в физике занимался вопросами квантовой механики. И он нашел способ решать основное уравнение квантовой механики, уравнение Шрёдингера. Давайте его запишем в таком виде, простом, без деталей. Значит, отнормировав значит, систему единиц подходящим образом, вот, можно сказать, что, ну или, например, сказать, что после некоторых математических преобразований основное существо уравнения Шрёдингера сведется вот следующей задаче. Значит, ищется функция Пси, зависящая от переменных Px. А почему дифференцируется? Почему дифференцируется? Сейчас я допишу уравнение. Да. Значит, я вот потихонечку градиенты буду выписывать. Значит, предполагается, что время у нас от какого-то начального пускай будет нулевой момент. И дальше. Вот. Ну и давайте там R3. И принимает значение
комплексном поле, вот переменная t будет бегать, естественно, луч, вот, x будет трехмерным. Вот. И с другой стороны, мы можем поставить после всяких там нормировок, но одну вторую прилично оставить из всяких там математических даже соображений. Оператор Лапласа берется по x. Слева по t. А, спасибо. О, спасибо большое. Значит, и плюс, значит, некоторая функция v. Будем считать, что называем потенциалом. Будем считать, что он не зависит от времени. Ну, конечно, я могу поправить здесь минус, хорошо бы написать. Вот, v, значит, отображает R3. Ну, вещественную. И обычно предполагается, что она ограничена снизу. Соответственно, минус v ограничена сверху. Если следовательно, да, то скорее на пси надо. Перед лапласианом следовательно поставить. А? Если следовательно, да, то перед лапласианом. А перед потенциалом. А, перед лапласианом. Ну, нет. Ну, так теперь подойдет. Теперь все подойдет. Хорошо, да. И знаменатель хорошо будет, да? Вот. Вот, на пси от x. Вот, уравнение, как можно заметить, по пси. По функции пси линейное, ну, оно описывает движение, как известно, электрона там в потенциале V. И вот тот факт, что оно линейно по пси, то если пси является решением, то 5 пси тоже будет решением этого уравнения. Вот. Это свойство, конечно, сразу вкладывает в наше уравнение хорошо изученный класс линейных уравнений. Вот. Существовали разные методы аппроксимации решения. В явном виде, конечно, точно его не решить в конечных, как сказать, квадратурах. Некоторые дифференциальные уравнения, там, в частных производных, можно явно решить в квадратурах. Но вот, к сожалению, не существует, можно сказать, теорема такая. Не существует никакого выражения, содержащего конечномерные интегралы, которые бы по, скажем, коэффициенту v начальному условию, там, все от нуля, вот, допустим, все от нуля у нас начальное условие задано, как некоторая функция пси нуля от x. Вот, вот у нас тогда возникает задача с начальным условием. Вот, так вот, невозможно писать конечномерный интеграл, содержащий вот эти ингредиенты задачи в эти. Который бы давал явный ответ. Открытие Нобелевского лауреата Ричарда Фейнмана в том состоит, что, оказывается, можно написать явный вид ответа, который обслуживает большой класс различных пси0 и v, где пси0 и v входит просто как вот обозначение, вместо которого можно потом разные потенциалы подставлять. Вот, то есть ответ в явном виде можно представить. К сожалению, там используется не конечномерная, а бесконечномерная часть. Вот. Там используется бесконечномерная интегрировка. Ну вот, можно сказать, что с этого момента... А можно сказать так, что когда у нас были обыкновенные дифференциальные уравнения, то было естественно ожидать решения в виде конечномерного интеграла. А когда стало уравнение в частных производных, то... В общем-то, помимо t появились еще какие-то x, то есть можно сказать, что у нас это по-прежнему уравнение обыкновенное дифференциальное, но в бесконечном мерном пространстве. И интегралы стали бесконечными. Ну, задним умом все эти крепко, конечно. Задним числом можно сказать, что это было ожидаемо. Вот. Но вот эту ожидаемую вещь, так сказать, никто не открыл до Фейнмана. А вот Фейнман ее открыл первый. Вот он первым догадался, что это можно ожидать. Вот, и с этого момента, как свой ответ, давайте я напишу формальный ответ. А потом расскажу о том, откуда он берется, как можно было до этого догадаться.
Ну, Фейнман написал вот нечто вроде следующего. Ну, интеграл тот самый, о котором я сказал, что он бесконечно мерный. Интегрировать нужно вот то самое функциональное действие, о котором я говорил. Давайте я его выпишу. Интеграл от нуля до t. Вот. И здесь нужно вписать, ну здесь это вездесущее i, конечно, как всегда, я не помню, числительные знаменатели. Скажем, не слишком важно сейчас. Значит, ну здесь либо плюс, либо минус i. Вот. И здесь нужно поставить функцию Лагранжа по знакам этого самого интеграла, выраженную, однако, ну, через скорости и координаты. Значит, вот наличие в уравнении половины Лапласиана имеет вот такое следствие, что здесь стоит производная в квадрате пополам. То есть Лапласиан здесь получается классический. Да, да. Здесь именно получается классический Лапласиан. То, что он здесь получается, это, ну я еще расскажу, это идея еще Дирака о том, что он должен бы входить сюда. Вот, ну минус V, минус потенциал. Значит, кинетическая минус потенциальная энергия — это функция Лапласа. Вот, значит, ну это x подразумевается. Кто здесь x, конечно, не очень хорошо. Давайте я здесь напишу. Ну, к си пускай. Q, давайте Q. Вот, очень хорошо. Q с точкой, да, T. Вот, здесь будет тоже Q от T. Вот, теперь еще одну скобку надо закрыть. Здесь написать dt. Вот, а потом вместо привычного d маленького, в честь бесконечной размерности того пространства, на котором интегрируем, Фейнман вот написал, значит, давайте мы напишем так, d от q. Ну, речь идет о том, что здесь берется интеграл по всем траекториям, не совсем по всем, а те, по тем, которые начинаются в точке x. Q от t, давайте, q от нуля равняется x. Значит, q — это траектория, которая, значит, так, во время t... забыли? А? Си, си, ну. Ну, конечно, забыл. Вот здесь. Спасибо большое. Вот. Здесь, ну давайте здесь tau напишем. Переменное интегрирование, что была от нуля до t, которая бегает. Здесь tau пускай будет. Tau, вот. А здесь эта экспонента умножается на пси, и здесь будет q в момент не tau, а уже t. Вот. Значит, tau только в показательной степени. Mm-hmm. Здесь начальный условие. Там пси будет от одного аргумента, который вы пишете уже, или от двух? Спасибо большое. Это пси ноль, который от одного аргумента. А, все, это вот, спасибо. Да. Спасибо. Вот. Что это за, значит, элемент объема? Значит, сначала я отвлекусь на общее определение интеграла. Что нам нужно, чтобы мы умели вычислять интеграл, даже, я там не написал, вот траектория в том самом трехмерном пространстве, ну, чтобы QAT был тем самым трехмерным вектором, на котором определены наши функции. Ну и здесь квадрат, я скалярный квадрат, вектор-функция, производная вектор-функция QAT. Вот. Значит, ну эти обозначения понятны, да? Область определения, область значений. Давайте на всякий случай подчеркнем. Да. Какая тут замечательная переменная интегрирование. Переменное интегрирование – это функция. Функция с аргументом от нуля до t, то есть чтобы задать эту функцию, надо задать ее значение в каждой точке от нуля до t. И по этому значению в каждой точке от нуля до t мы интегрируем. То есть получается, что интеграл бесконечной крайности. Это можно подробнее, потому что я даже не понял, что такое интеграл бесконечной крайности. Вот сейчас я об этом буду, значит, разговаривать. Итак, Фейнман нашел некоторый вид, значит, выражения,
который он сам понимал в смысле некоторого предела. Ну, каждый интеграл – это некоторый предел. Вот. И сейчас я опишу общую схему, значит, интегрирования. Чтобы себе так вот наглядно понимать, что такое интеграл по какому-то множеству. Значит, чтобы писать интеграл по какому-то множеству, мы должны иметь, кроме этого множества, еще функцию, которую интегрирует, и меру, которую мы интегрируем, по которой мы интегрируем эту функцию. То есть уметь измерять объем пространства. Значит, да. Значит, если вот мы сейчас просто такие, можно сказать, общефилософские обсудим вещи. Вот у нас есть, как интегрировать функцию где-либо. Вот. Но вот если это где-либо, это наше трехмерное пространство, то у нас есть понятие объема в этом трехмерном пространстве. Вот. И можно написать, там, как вот учебник математического анализа, интеграл Римана. Были уже кратные интегралы? Кратные интегралы, да. Вот, значит, разные области пространства имеют свой объем нашего трехмерного пространства. Вот. Ну и в бесконечном мерном случае, значит, тоже для интегрирования нам нужно уметь для, ну пусть не всех, известно, наверное, что существуют разные там неизмеримые множества, которые, ну, не очень хорошую форму имеют. Вот. Ну вот если мы речь поведем о том, что интегрировать нам все-таки надо, вот, мы должны выделить те множества, которые имеют, так сказать, объем, ну или какую-то величину, которую лучше назвать мерой, поскольку в разных ситуациях эти меры могут быть не только неотрицательными, не только, так, не только вероятностными, не, ну, объем как раз он невероятностная мера, объем бывают и большие, и маленькие, больше единицы, значит, ну не обязательно положительным, вот, и даже не обязательно вещественным, в частности, вот, для решения того же самого, той же самой задачи, ну, переписанной в терминах преобразования Фурье, функции ПСИ, вот, академик Маслов Виктор Петрович, вот он написал еще несколько десятилетий назад книгу, которая представил аналогичный интеграл, только по комплексной мере, по некоторой мере принимающей комплексные значения. И вот величины, так сказать, частей пространства будем называть их мерами. Вот. Итак, нам нужна функция, значит, которую мы будем интегрировать. F, значит, функция. Вот. А еще нам нужна мера. И эта мера должна, ну, пускай будет ню. Вот. Под мерой мы будем понимать, ну, тоже функцию, только, не, как говорят в некоторых учебниках, функция не точки, а множество. То есть аргументы, мера будет, аргументы, на которых мера принимает числовое значение, этими аргументами будут различные части нашего пространства, некоторые подмножества. Вот, значит, область определения этой меры μ, значит, это какая-то система подмножеств. Система подмножеств вот в том пространстве, по которому мы интегрируем. Значит, ну, пусть Е пространство, по слову Евклид или там по-французски слово пространство с буквы Е начинается. Вот, система подмножеств вот в множестве Е. Вот, и значит, ну, как-нибудь мы ее обозначим, эту систему, ну, в некоторых там таким странным шрифтом рисуют, вот, чтобы показать, что это множество не точек, а это семейство именно множеств. А как вот эта буква называется? Готическая. Фигура готическая. Да, готическая. Пусть будет готическая, да. Вот, значит, таким образом можно считать, что мю, вот, значит, эти некоторые множества отправляют в множество чисел. Ну, давайте мы сразу будем считать, что числа комплексные, поскольку я уже сказал, что это удобно бывает для решения того же уравнения, кстати. Вот, и после того, как мы умеем измерять разные области, так сказать, придавать им величины, этим областям нашего пространства, после этого мы можем сделать следующее. Значит, если повезет, мы можем функцию f
приблизить, знаете, такой стрелочкой процесс приближения, мы можем написать, вот, если мы сможем написать с нужной нам точностью приближение к функции f в виде суммы, там, с какими-то, в виде линейной комбинации так называемых индикаторных множеств, ну здесь окапли давайте, те же самые, вот, где, значит, вот окаты по парам не пересекаются, АК, пересеченная там сажитом, пусто, вот, если функцию f с нужной точностью, значит, мы всегда, значит, с какой угодно точностью мы можем приблизить такими функциями, вот, и множество окатов, давайте я явно напишу, что индикаторная функция имеется в виду такая, вот, от x, значит, давайте я напишу q, а то x у нас бегает уже по трехмерному пространству, q будет q, вот, который может бегать по бесконечномерному пространству. Какой зададим? Значит, вот здесь под этой чертой я смотрю абстрактную ситуацию. F функция, допустим, тоже комплексная. Значит, на пространстве каком-то вот E, который мы фиксируем для этого рассмотрения, и принимает тоже, пускай, комплексные значения. Вот. Ну и вот можно задать такую индикаторную функцию. Вот скажем, что функция индикаторная, если она принимает два значения, 0 и 1, причем значение 0, пусть она принимает на дополнение, значит, 0, если q принадлежит разности, значит, тем точкам, которые в E попали, а в АК нет. Вот. И единица, вот если q попала в множество АК. Так мы приближаем наши функции кусочно постоянно. Ну вот, да, это, так сказать, одна из схем. Значит, и вот это наиболее удобная схема. Ну, опять-таки, одним ключом все двери не открыть. Бывает удобно приближать и другими, конечно, функциями. Ну вот, в этом случае проще ответ пишется. Вот. Тогда мы можем написать, вот, что интеграл сам, функция f по мере μ по нашему пространству e, ну, иногда пишут более подробно, там f от x, как-нибудь dμ от x и так далее. Ну вот, обратим внимание на то, что, собственно, интегрируется вся функция, то есть учитываются в интеграле, вообще говоря, все ее значения, вот, на e, вот, и все значения меры, как правило, играют, вот, когда мы здесь приближаем, чтобы хорошо приблизить, нам нужно, чтобы, как правило, вот эти окаты, они измельчаются, вот, и приходится учитывать значение меры. Значит, напишем. Для студентов, а все понимают, где здесь спрятан дифференциал? Вот я сейчас напишу, и будет видно, где спрятан дифференциал. Вот, значит, мы напишем... Маленький кусочек. Да. Мы напишем здесь вот c, сумму по этим k, ck, а потом вот нужно писать умножение на меру вот это вот множество ak. Вот, вот сумма по k. Значит, ну вот это играет роль как бы дифференциала. Значение меры. Мы интеграли эту букву. Вот. Ну, можно так считать. Ну, вот. А предел нужно... при измельчении, как обычно, да? А? Предел при измельчении. Предел при измельчении, да. Просто я на всякий случай это говорю, потому что тут у нас кафедра высшей математики воспитывает студентов, что интегралы без дифференциалов не бывает. А? Интегралы без дифференциалов не бывает. Нет, ну они здесь... Поэтому... Давайте я полную форму напишу. Вот. Поэтому я на всякий случай акцентирую их внимание, да, что здесь тоже все в порядке. Вот. Ну вот, можно... Роль дифференциала, роль превращения, значит, переменной здесь играет множество. Это когда интеграл Риммана на одномерной прямой, тогда превращение у нас это подмножество прямой. Вот. Ну а в многомерном или бесконечном мерном случае вот, роль участка пространства играет подмножество соответствующим большим пространством. Вот. Эта схема очень хороша в теории вероятности, если мера вот, принимает значение авторяда единицы, является, так сказать, счетно-аддитивной, в том смысле, что если у нас имеется бесконечное число попарно неналегающих множеств, вот, то мера объединения равна сумме мер этих множеств.
Вот, тогда под схемой работать наиболее удобным образом. Вот, к сожалению, это не везде так хорошо. Существуют так называемые интегралы по квазимерам, вот, где удобно. Там же мера может быть не еще одна аддитивной. Вот эта мера μ. Ну пусть хотя бы аддитивной, конечно, она предполагается. Бывают самые разные так называемые обобщенные интегралы. Ну, все интегралы, все возможные интегралы, которые только можно изобрести, вот, они обязательно обладают следующим свойством. Они линейны по функции f. Вот это выражение линейно по функции f обязательно. Если не так, это, можно сказать, не интеграл вообще. Вот, поэтому, вообще говоря, чтобы задать некоторый интеграл, вот, в такой, скажем, наиболее содержательной ситуации, когда, как известно, чем ситуация содержательнее, чем ближе она к реальности, тем сложнее. Эта сложность выражается в том, что мы не всегда можем пользоваться привычными там, свойствами вероятностных мер, потому что они могут нарушаться для μ, и мера μ может быть вот аж комплексно значной, или какой-нибудь векторно значной даже мерой. И даже бывает удобно рассматривать меры, которые принимают, опять-таки, значение в бесконечном мерном пространстве. И надо сказать, что такие меры естественным образом возникают при исследовании, при математическом исследовании именно современных физических задач, вот, фундаментальной физики, которые возникают в квантовой теории поля, или там в квантовой статистике, или даже просто в статистической механике. То есть далеко не скалярные меры, да? Далеко не скалярные меры, да. Вот одни, ну, то главное, есть бесконечно мерным оказывается не только множество, но и величина мерная. Ну и вот значение мер, да. Вот, бывает так. Вот, и во всех этих случаях интеграл, когда мы фиксируем меру, должен быть линейным функционалом относительно f. Вот. И даже Бурбаки, они из, вот есть такая группа с общим псевдонимом Бурбаки, была, по крайней мере, потом они как-то объявили, что Бурбаки умер, потом он вроде бы ожил снова. Вот. Они понимают меру как раз, под мерой понимают функционал, который, линейный функционал, который по функции дает нам значение уже интеграла. Вот. Значит, интеграл, вообще говоря, как его не определяем, он должен быть линейным функционалом относительно той меры, относительно той функции, которую мы хотим интегрировать. При этом интегрировании мера считается фиксированной. Вот. Итак, это общая схема. То есть вот, если нам удастся разбить вот это пространство на подходящее подмножество, вот, где мы можем заменить, где мы можем написать, так сказать, сумму приблизительных значений. Вот, ну, то вроде бы мы поймем, что такое интеграл. Ну, реально, дело пошло, на самом деле, совсем с другой стороны. Сейчас я скажу сразу, значит, ту идею, благодаря которой Фейнман открыл такой вид интеграла. Значит, правую часть x входит в качестве начальных условий, да, вот туда правую часть. Слева x стоит. Интегрирование идет по множеству тех функций q, да, для которых задано начальное и конечное значение. А конечное какое? Начальное x, а конечное причем, да. Q от 0 x, а q от t. Нет, да, по q от t идет интегрирование. Значит, давайте еще раз посмотрим, что нам дано, и я перепишу это уравнение в более понятном виде. Оно такое пока громоздкое, вот, а с ним не очень удобно, значит, работать. Давайте мы ограничимся некоторыми, ну, сделаем некоторые ограничения. Вот, в квантовой механике принято, чтобы искомая функция пси, ну, довольно часто в книжках можно это требование, значит, найти, и вот мы будем считать, что оно выполнено. Значит, мы будем считать, что для каждого t, ну вот нашего, не отрицательно, такой значок
Известен, да? Там. Ладно, для каждого, да, сокращение. Да, мы будем считать, что функция пси имеет интегрируемый квадрат модуля. Вот. По R3, вот по обычной мере Лебега, вот обычный трехмерный интеграл. Вот. Значит, пси, ну это не очень хорошо, конечно, давайте я t напишу. Вот, любого t, tx. Вот когда t фиксирован, такой интеграл считается сходящимся. Ну и тот факт, что такой интеграл сходится, мы выразим следующим образом. Рассмотрим, вот мы хотим воспользоваться тем, что указанное в указанной правой части действие на пси не затрагивает x. Вот здесь дифференцирование ведется только по x, и вот этот коэффициент зависит только от x. Вот. Чтобы воспользоваться мы этим так. Вот рассмотрим. Вы все-таки математик. Вы все-таки математик. Потому что я как физик не могу не напомнить студентам, что этот интеграл означает. Что пси по модулю в квадрате это плотность вероятности, а этот интеграл это суммарная вероятность, что она конечна. Да, конечно, когда начинаются там рассуждения о плоской волне, и здесь стоит экспоненты по модулю всюду равны единице, то это условие нарушено. Вот. Но тем не менее его часто, значит, ставят. Вот, и потом нормируют эту пси на единицу, чтобы такой интеграл был равен единице. Ну вот мы, чтобы выделить тот класс функций, квадрат которых конечен, вот давайте мы введем такие вот функции. Рассмотрим класс, значит, комплекса значимых функций пси, определенных в нашем трехмерном пространстве, вот, которые обладают тем свойством, что интеграл от их от квадрата модуля существует. Вот, и пусть он существует в таком довольно широком смысле, в так называемом смысле Лебега. Можно уточнить его теперь. Пространство L2 на матанализе было? Да. Вот это оно и есть. На матанализе было L2, да? Ну, у вас хороший математический анализ. Да, у них L2C в основном у них. Это значит непрерывная функция, это квадратно интегрируемая. Да, и пополнение. А вот, да, здесь предполагается, что мы рассматриваем именно пополнение, которое является гильбертовым пространством. Эти слово гильбертовое пространство наверняка было. Было. Наверняка было, вот. Значит, нас интересует тот 2, который гильбертовый. То есть, на самом деле, функции фи должны быть в определенном смысле измеримыми. Ну, пределами непрерывных. Как вот в смысле L2. Во-первых. И во-вторых, элементами L2 считаются таки не функции, а целые их классы эквивалентности. Так что изменение функции там в одной или нескольких точек, чтобы нас не уводило из этого класса эквивалентности. Вот, и мы будем рассматривать, заведем такую функцию пси большое. Пси большое. Которая будет у нас вектор функции. Но эти векторные значения будут браться не в конечномерном пространстве, а в этом замечательном пространстве L2. И тогда можно нашу функцию пси от t, функцию пси определим так. Значение пси от t, значит, это снова будет функция или даже класс функций. Но вот мы потребуем, чтобы пси маленькое было представителем этого класса. Вот. Пси от tx. Вот. Значит, ну иногда пишут так. Чтобы получить пси большое от t, надо зафиксировать в пси маленькой t и отпустить x. Такую точку ставят, которая означает, что вот, мы рассматриваем t фиксированное, а вот этот аргумент бегает, и мы рассматриваем в качестве объекта всю функцию от x при фиксированном t. И вот эта функция от x, она является значением пси большого в точке t. Относительно такой функции пси, мы можем тогда нашу систему переписать, и она превратится
довольно примитивную начальную задачу. Она перестанет быть задачей в частных производных. Вот, станет обыкновенным дифференциальным уравнением. Давайте на и умножу, чтобы здесь единица появилась. И будет так. Уже полная производная по t от пси большого, который зависит только от t, вот, будет равняться тем, что мы обозначим и на... Ну, давайте оператор напишем вот это. H с крышкой, который действует... Давайте так вот напишу пси большое. От t. Вот. Ну, эти скобки иногда... Вот, внешние скобки иногда не пишут. Вот, но я хочу подчеркнуть, что H с крышкой... Значит, где? Где H с крышкой? Вот. Отображает, ну, не все, вообще говоря, L2, ну, часть, по крайней мере, L2 в себя, вот по такому закону. H с крышкой, примененная к пси, равняется, ну, вот то, что там написано, значит, 1 вторая лапласиан, примененная к фи, вот, ну, плюс V, или минус там написано было, там, минус. Минус, да. Минус v умножить на пси, на фи. Вот. Итак, вот здесь фи функция только от x. Вот, фи берется, ну не для любого, вот, фи берется, давайте так напишу. Фи берется из подходящей области определения нашего оператора, и эта область определения содержится в L2. Вот. Ну понятно, что не все функции можно дифференцировать. Вот. Ну, в общем смысле можно почти все. Вот, ну опять-таки, не совсем. В общем, на подходящих функциях, ну, например, там на дважды гладких функциях, которые интегрируются с квадратом, и чьи производные интегрируемые, ну, чтобы еще b. В общем, можно подобрать класс функций, он окажется бесконечно мерным под пространством v2, к которому эти операции применимы, и результат применения снова лежит в L2. Вот, и пси от нуля, пси большое от нуля, равняется нулю. Вот мы заметим, что h с крышкой является вот в этом векторном пространстве L2, комплексное векторное пространство. А почему нулю? А? Почему нулю? Где? Что нулю? Все, нуля равно. Спасибо, спасибо большое, да. Ну, вот, феноль, конечно. Да, ну да. Это я... Спасибо большое. Вот это вот пси маленькое нулевое начальное условие. Вот здесь от x не надо писать, потому что и это функция от x, они, значит, должны просто быть в одном классе L2. После того, как мы переписали, давайте для большей наглядности здесь просто точку поставлю. Вот. Вот у нас получается обыкновенное дифференциальное уравнение, только функция ищется, ну, в большом пространстве. Ну, у нас есть общий ответ для такого случая. Надо написать экспоненту, вот будет ответ. Си большое от t. Вот общий ответ, пожалуйста. Легко и просто. Е в степени и t h с крышкой. Вот. И вот этот вот новый оператор, который является экспонентой от старого, умноженного на и t. Применяется к пси ноль. Да, надо применить просто вот к этому начальному условию. Вот вся эволюция у нас задана. Вот. Ну это чтобы сильно не похоже на правый интеграл. Да, она сильно не похожа на правый интеграл. Ну так похоже, чуть-чуть. 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 Чуть-чуть все-таки там экспонент. Да, но там интеграла нет, и q нет. Там есть экспонент, а t имеется. Вот. Интеграла нет, да. Вот. Ну, тут можно рассматривать вот это вот все большие, как вектора бесконечной мерной пространства. Вот, вот это h большое, да. Это будет матрица бесконечной мерной. Вот это h с крышкой большое, это одна матрица, тут как бы пишем экспоненту от матрицы. Вот. Здесь нас ждет. Правда, вот такое небольшое разочарование, потому что когда мы будем возводить, если мы напишем для экспонента ряд, то каждая следующая степень h с крышкой может оказаться определена на все более маленьком пространстве. И все вместе эти степени могут оказаться определены быть только, могут оказаться определенными только в нуле, только в нулевом векторе. То есть общая область определения может вполне оказаться нулевой. И поэтому
наш оператор, вот в силу, это происходит из-за того, что наш оператор относится к классу так называемых неограниченных. Это значит, что если мы будем его применять к векторам из L2 единичной длины, то здесь мы можем получить в итоге вектор какой угодно длины. Вот. Значит, попросту говоря, уравнение Шрёдингера определено для тех волновых функций, для которых средняя энергия конечна, средний квадрат энергии тоже конечен. Это уравнение определено? Уравнение, исходное уравнение определено только для таких волновых функций. Вот это понятно, это вполне разумное с физической точки зрения условие. А когда, если мы будем разлагать вот эту экспоненту в ряд, то нам понадобится, чтобы все степени энергии оказались ограничены. А это уже условие физического вовсе не будет еще столь необходимо. Ну и еще другой стороны, для третьекурсников. Вот, оператор этот ΔU все портит и портит функцию. И при многократном примере можно ее окончательно испортить. А для тех, кто будет сдавать математическую физику, в том числе и мне, вот это операторный метод, который в задании у вас есть. Вот. Ну, хорошей новостью является следующее. Несмотря на то, что ряд написать нельзя, экспоненту таки определить можно. Существует теория так называемых однопараметрических полугрупп операторов, да, в которой нам говорят, что если мы постараемся вот эту вот область определения выбрать достаточно хорошим образом, то тогда вот эта экспонента, как, ну это семейство операторов параметризованных буквой Т. Вот, давайте мы ее напишем. Что существует, если мы хорошим образом подберем область определения? А, вот что у меня на сайте есть, где я ее использую. Давайте. Преобразование Фурье, наверное, знают все. Преобразование Фурье в трехмерном пространстве. Вот. В трехмерном пространстве те, кто знает преобразование Фурье, они обычно также знают, что это преобразование Фурье, если его наделить подходящим коэффициентом перед интегралом, то оно будет сохранять вот этот такой интеграл. То есть интеграл от преобразования Фурье будет равен исходному интегралу. Интеграл от квадрата модуля преобразованной функции будет равен интегралу от квадрата модуля исходной функции. То есть можно выбрать преобразование Фурье, можно переопределить, просто изменив множитель перед интегралом, постоянный, так что оно превратится в так называемый унитарный оператор в Гильбертовом пространстве. То есть, попросту говоря, поворот в пространстве L2, сохраняющий скалярное произведение. Да, преобразование Фурье окажется в некотором смысле поворотом, потому что норма сохранится при этом, так сказать, повороте. Ну там можно даже сделать больше. Существует в L2 просто ортонормированный базис собственный для преобразования Фурье. Этот базис состоит из так называемых функций Эрмита, и каждая из этих базисных функций умножается на степень числа i. Вот поворот такой. Некоторые векторы на 90 градусов, некоторые на 180, некоторые на 270 поворачиваются. Вот. И весь поворот. Вот. Преобразование Фурье такое хорошее преобразование. То есть вот преобразование Фурье перевод с точностью до степени мнимой единицы и переводит собственное состояние гармонического осциллятора в себе. А по собственным функциям гармонического осциллятора любую функцию Z2 можно разрешить. Да, я об этом преобразовании Фурье вспомнил вот зачем. Значит, вот сейчас мы наложим некоторые не совсем, может быть, физические условия на V, ну, чтобы математически задача оказалась более простой. Вот в случае ограниченной функции V, и я даже потребую, чтобы сама функция V
была непроизвольной и ограниченной, а чтобы она была результатом преобразования Фурье, некоторой там хорошей функции. Хочу, значит, давайте так напишу. Пусть F. Возьмем совсем модельный пример. Вот я хочу рассказать, что значит хорошая область определения H. Вот. И мне ее лучше описать для таких очень хороших. Возьмем такой очень модельный. Все равно у нас, так сказать, в лабораторных условиях мы можем считать, что потенциал как угодно быстро на бесконечности бывает. Даже интересует только наша лаборатория. Вот. А также мы можем считать, что он сколь угодно гладкая функция. Вот. Поэтому пусть даже мы не только ограничены, а пусть теперь бесконечно дифференцируемы, значит, сколько хотим, у нее все частные производные есть. Вот. И все эти производные стремятся на бесконечности к нулю, так что f на любой многочлен это произведение функции v, знаете, произведение любой производной, давайте напишу так, ds в степени альфа на dx в степени альфа, это будет означать, значит, альфа это мультииндексы, значит, да, мультииндексы у вас, ну, давайте напишу, пусть d по dx dk по dx1 в степени k, dl по dx1 по dx2 там в степени l, и dm по dx3 в степени m. Вот пусть все частные производные, которые существуют, при умножении на любой многочлен оставались ограниченными. Вот. Вот это такое удобное ограничение, чтобы, так сказать, мы могли, что хотим делать с этой функцией v. Вот оказывается, преобразование Фурье вот этот класс переводит в себя взаимно однозначным образом. Вот. Давайте мы это преобразование Фурье, о котором я заговорил, обозначим. Ну, будем рисовать, скажем, волну. Вот. Фи с волной. Давайте я вот так напишу. Вместо того, чтобы выбирать коэффициент перед интегралом в преобразовании Фурье, я изменю коэффициент перед экспонентой. Значит, интеграл PR3 от E в степени, вот здесь я напишу не просто EX, а еще 2π вставлю, вот тогда будет, тогда не нужно здесь никакие корни писать и так далее. Вот, 2π, здесь скалярное произведение X на Y, где Y такой же трехмерный вектор, как и X. Вот, и умножить на φ от Y до Y. Для хороших функций, там, быстро убывающих, такой интеграл считается явно, а если функция из L2 не очень хорошая, ну, мы хорош не аппроксимируем и воспользуемся тем, что преобразование Фурье сохраняет длину и тоже даст хорошую аппроксимацию. Вот. Итак, у нас есть оператор, вот этот, который каждый φ из L2 составляет из волной по этой формуле. И тогда я могу написать точно, что значит хорошая область определения H с крышкой. Вот. Это те фи из L2, для которых результат умножения, вот такая функция, значит, x квадрат на φ с волной от x, все, вот это произведение, все еще из L2. Вот такая функция, значит, тоже, значит, на трехмерном пространстве, которая из L2. Вот. На такой области определения наш оператор H-вспышки оказывается так называемым самосопряженным в математическом смысле. Вот. И для этого случая у нас есть теорема. Существует. Ну, теорема, да, часто случай теоремы так называемой Столбной. Существует семейство операторов,
В2. В2 ограничено. Семейство ограниченных операторов. Значит, оператор называется ограниченным, если он единичный шар переводит в ограниченное множество. Вот, который мы обозначили e в степени it аж с крышкой. Вот в этом семействе индекс, значит, семейство пронумеровано индексом t, неотрицательно. Такое что? Выполняются следующие свойства. Вот такая замечательная функция, которая берет пару t и фи. И этой паре сопоставляет значение, значит, он берет вот этот оператор, e в степени и h. Значит, вот, обращаю еще раз внимание, вот ряд не существует, поэтому вот этот вот оператор, это только обозначение. Обозначение. И сейчас мы раскрываем смысл этого обозначения. Вот. Как раз это такая система операторов, которая обладает следующими свойствами. Во-первых, вот такая замечательная функция от двух аргументов. Вот если мы будем менять t по нашей полупрямой и φ по нашему пространству L2, в котором определено понятие длины вектора. Вот так, значит, такой квадратный конь, конечно, является там длиной, так называемый нормой. Вот. Так вот эта функция, которая прямое произведение 0 бесконечности на L2 переводит снова в L2, значит, это множество пар, да, t берется из 0 бесконечности, и берется из L2. Вот, переводит какой-то новый вектор из L2. Непрерывно. Это так называемое свойство сильной непрерывности полугруппы. Значит, это отображение непрерывное. Вот. А еще, вот, чтобы у нас уравнение выполнялось, еще справедливо следующее. Давайте я вот здесь напишу. И справедливо следующее. Какой бы ни был вот t строго больше нуля, область значения любого φ из L2. Результат попадает обязательно в область определения V/H. Попадет. А раз попадет, мы можем к нему снова применить, значит, вот к этому выражению можем H применить. И оказывается, что если мы применим, будет справедливо еще и следующее равенство. Значит, существует производное. А вы что? Так, нет, побольше места здесь надо. Еще справедливо следующее равенство. Обычное производное. Давайте я предел напишу. Ладно, не хочется этого делать. Когда зашла речь про область определения, мне как физику хочется немножко прокомментировать. Давайте, я пока допишу формулу. Если, ну все знают, что такое собственные функции, собственные числа. Значит, если у нас для нашего оператора есть сколь угодно большие собственные числа, то это автоматически означает, что для некоторых волновых функций, некоторые волновые функции после действия этого оператора перестанут быть квадратично интегрированы. То есть был, скажем, квадратично интегрируемый ряд, но он был там на грани, почти расходился, но сходился. А если вот умножить еще этот ряд на эти собственные числа, которые все возрастают и возрастают, он перестал расходиться. Мы всегда можем подобрать такую функцию, которая, если у нас есть сколь угодно большие собственные числа, которая сама квадратично интегрирована, но после действия этого оператора это свойство теряет. И такую функцию в область определения этого оператора записывать нельзя. Но, к счастью, поскольку мы все равно от нашего оператора, от гамильтониана, от энергии, берем экспонент, соответственно, такие же экспоненты берутся от всех собственных чисел.
А собственно, комплексный экспонент от e в степени i на собственное число, она всегда по модулю равна i. Те же самые собственные функции оказываются собственной функцией уже вот этого нового оператора, который экспонент. Но все собственные числа равны по модулю единиц. И тут опять-таки можно доказать, что если все собственные числа ограничены, то для такого оператора область определения все квадратично интегрированы. Так что в этом отношении вот эта экспонента, вот оператор, она лучше, чем исходный оператор H. Ее можно определить всюду. Даже если исходный оператор H всюду определен не был. Оператор энергии, он всегда всюду не определен. Энергия всегда сверху не ограничена. Это общая ситуация. Вот. Ну вот, здесь есть такой некий покров таинственности, значит, вот благодаря такой теореме Стоуна, вот это действительно ответ. То есть вот благодаря теореме Стоуна существует некоторое семейство операторов, который дает нам именно то, что нужно. Вот если мы посмотрим сюда и вспомним, что результат вот этого применения мы обозначили, значит, все от t, то мы увидим, что просто вот это уравнение выполняет. Я букву i только пропустил. Строгость наведена. Вот. И теперь мы можем действительно переходить к интегралу Феймана. Но сначала я хочу обратить внимание на сердцевину этой строгости. Значит, нас интересуют вот такие замечательные семейства операторов. Они называются операторными полугруппами, потому что справедливо такое вот свойство, что e в степени i, там, ну, обычное свойство экспонента. Если показатель вместо t начинает t плюс s, вот, то это будет равно произведению e в степени th на e в степени esh. Вот, обычные свойства экспонента. В математике такие структуры называются полугруппами. Тогда можно перемножать их элементы и получим элемент того же вида. Вот. И такая теорема называется теоремой Стоуна об операторных полугруппах. Вот это самая операторная полугруппа. Итак, это функция. Опять векторнозначная, принимающая при неотрицательных t значение уже даже не элемент пространства или 2. Вот. А операторы, не векторы из этого, а операторы в 2. Ну ничего страшного, мы уже привыкли к функциям, принимающим векторные бесконечно мерные значения. Теперь можно вернуться обратно. Итак, решение, оказывается, существует. Вот, только нужно, вот, нужно иметь в виду, что производное вычисляется вот в этом нормированном пространстве L2. Вот это вот дифференцировать. Я считаю, это вектор из L2. Вот, и мы, дифференцируя по t, берем разность двух векторов из L2. После деления на дельта t, вот, мы устремляем к пределу. Этот предел существует всего лишь в L2, то есть в интегральном смысле. Поточного предела, вообще говоря, может не существовать. Вот, поэтому доказывать, что решение обладает какими-то хорошими свойствами, что оно непрерывно там принадлежит этому самому L2-центру, вот, это отдельная деятельность. Вот, мы этим сейчас заниматься не будем, а мы продвинемся к тому, как же связано это выражение вот с этим. На самом деле тот факт, что здесь стоит функционал действия в точности для малых времен t, высказал Дирак. Об этом можно прочитать на сайте «Успех физических наук», которым вот долгое время руководил ныне, к сожалению, покойный академик Гинзбург. По-моему, так просто. www.ufn.ru. Вот. Там можно найти за соответствующий год Нобелевскую лекцию Ричарда Фейнмана. Нобелевскую лекцию, где он вспоминает, собственно, как вот... В частности, он там вспоминает, и как это, откуда он взял свою идею вот этого интегрирования. За малое время t, сказал Дирак, эта волновая функция должна преобразовываться вот примерно так, e в степени, а тут должно стоять что-то вроде действия, ну там у него еще знаменатель было положенное h перечеркнутое. Вот. В
где S – это действие на небольшом промежутке времени. Вот функция ψ начальная, за некоторый момент времени ΔT должна переходить вот в ψ-функцию такого вида. С какой стати? Действие пока не возникало, вообще нельзя. Действие пока не пахло. Конечно, не пахло пока. Вот, это же идея Дирака, который над этим размышлял всю свою жизнь, можно сказать. Вот. Ну, это было где-то во время Великой Отечественной войны. Дирак и Фейнман тогда находились в Америке, разрабатывали атомный проект. И они находились в одном городе даже, в то время, когда Фейнман прочитал соответствующую статью Дирак. То есть Дирак ему не сказал этому Фейнману явно. Вот. Фейнман прочитал статью, но он даже не нашел, чтобы подойти к присутствующему рядом Дираку и спросить, что означало, что вот примерно должно быть так. Вот. Фейнман просто подумал, ну что может означать примерно так? Наверное, подумал он, именно так в точности дело и обстоит. Вот. И после этого он развил свою деятельность, которая привела как раз вот к вычислению этого интеграла. То есть надо обратить внимание, что вот это вот выражение пси переходит в экспонент от действия на пси, оно вообще говоря бессмысленно. Потому что действие зависит от траектории. А в пси никаких траекторий не содержит. Вот электрон в представлении Дирака за малое время. Там его скорость почти не изменилась. Убежал он недалеко. Вот. И вот какие-то такие рассуждения позволили Дираку вот выставить, что вот этот коэффициент должен вот какой-то такой вид иметь. Теперь давайте я напишу выкладки, которые от смутных идей приведут нас, вообще говоря, к точным формулировкам. Чтобы эти формулировки еще были довольно-таки прозрачны, я скажу еще вот что. Для каких операторов теорема Стоуна справедлива? Здесь уже было сказано о повороте в пространстве L2. Вот. В каком случае H это такой вот хороший оператор, к которому применима теорема Стоуна? Можно сказать так. При выборе подходящего базиса, а еще лучше сказать, подходящей координатизации пространства L2, подходящая его реализации может быть другим пространством функции, но тоже квадратично интегрированным. Оператор H должен превратиться в оператор умножения на функцию. Вещественную. Почему? А? Это почему? Если он оказывается диагональ. Да, он диагонализуется в каком-то смысле. Вот. Ну, например, умножение на минус x квадрат пополам. Вот эта функция ограничена сверху. Как раз при преобразовании Фурье наша половина Лапласа, половина оператора Лапласа, как раз превращается в оператор умножения на такой одночлен. Вот. И вот если эта функция, умножение на которую в подходящем базисе наш оператор превратился, если эта функция действительно ограничена сверху, вот, то заключение теоремы Стоуна справедливо. Вот я, собственно, ее в полном объеме рассказал. Значит, насчет замены, единственное место, которое требует утверждения, это, значит, замена базиса. Значит, речь идет о том, что просто должен существовать оператор, сохраняющий длину, который переводит это L2 в L2 по другой, вообще говоря, мере, если здесь была вот мера равная объему, вот, то вообще говоря, мера там может быть совсем другая и на одномерной прямой. Вот, но тем не менее, это можно считать в естественном смысле переходом к новому базису.
И вот в этом новом базисе оператор диагональный, его диагональные значения должны быть ограничены сверху. Вот тогда это теорема справедлива. Фейнман понимал свой интеграл как предел конечнократных интегралов. Значит, вот напишем этот предел конечнократных интегралов. Николай Николаевич, да? А может не в уголке, а стереть что-нибудь и круг. Да, давайте вот. Потому что сделаем. Самое интересное начинается. Да. Значит, что здесь главное? Давайте я исходное уравнение сотру. Только напишу, кто у нас этот H. Там или написано даже. Написано вот H, очень хорошо. Вот, так что здесь можно стереть почти все. Значит, кто такая фи, это мы помним. Систематически теперь теория будет использовать функции, определенные на вещественной полупрямой и принимающие значения в тех или иных векторных пространствах. Некоторые принимают значение V2, некоторые принимают значение в пространстве операторов V2. Так, L2. Значит, мы познакомились, есть преобразование Фурье. Да, вот это можно стереть. Давайте я напишу предел каких. Так, значит, я тут все от XT зависит. Что имел в виду Фин? Предел, значит, при n стремящемся бесконечности, мы устроим то, что сейчас называется просто, значит, дискретной аппроксимацией интегралов. Вместо интеграла напишем сумму. Разобьем отрезок 0t на n одинаковых частей, и затем мы устремим бесконечность. И напишем подходящие выражения, подходящие для того, чтобы предел интегралов сошелся к нашему просто ответу ψ, который, как мы знаем, существует. Вот. Решение существует для любого начального условия из Z2. Нет, все замечательно. Значит, вместо интеграла просто пишем сумму. Значит, произвольно заменяем радостным отношением. Что-что? Тот интеграл, что для действия, а интеграл по Q остается интеграл. Да. Мы вот этот интеграл, который обычный, да. Который обычный заменим на сумму, и тогда будет, по крайней мере, он будет зависеть от Q только в некоторых точках. А значение Q только в некоторых точках. Поэтому мы можем воспользоваться этой ситуацией и выписать конечномерный интеграл, в котором интегрировать нужно по всем вообще траекториям, вот, а точно по траекториям, принимающим по траекториям, определенным на конечном точке, это конечномерное пространство. Значит, k от единицы до n, q от, значит, kt делить на n минус q от t на n умножить на k минус 1. То есть производную приблизили разностью? Да, производную приближаем разностью. Значит, вот эта производная приближенная разностью у нас в квадрате стоит. Еще одна вторая тут перед ней. Вот. Еще вычтем v от q точки t k делить на n. Вот. Ну и умножим на дельта t. Это все. Вот это. Сколько надо закрыть, умножить на дельта дельта t, где дельта t имеется в виду. Вот, именно t деленное на n.
Так, теперь умножаем на все ноль отход t. Вот, и дифференциал, вот пишем здесь произведение дифференциалов. Вот что я сейчас напишу, это вот здесь, значит, теперь осталось продифференцировать только пока, проинтегрировать пока от нуля до n, значит, произведение дифференциалов. И тут будет стоять d q от t k k до n минус 1 у нас. Последний до n минус 1. Нет, прошу прощения. От единицы до n. От единицы до n. Тк делить на n. Вот. Здесь я немножко схитрил. Значит, давайте я здесь напишу соответствующий коэффициент. Ну, здесь должна стоять подходящая степень. Давайте я напишу просто цикаты. Вот. От чего зависит цикаты? Зависит от определения преобразования Фурье и больше ни от чего. Ну, обычно это там корень из 2π. Корень в третьей степени благодаря вот этому трехмерному пространству. Не как Глыч. Вот да, это c, да. Это, прошу прощения. Вот просто c. Оно зависит только от внешних данных задач. D большой — это какой-то кусочек, какой-то объемчик, да, о котором рассказывали. Вот здесь начинается. Вот как объемчики, вот произведение чисел переделали. Так. Давайте так, вот. Это была идея Фейнмана. Да. Он в таком виде записал вот этот предел. Вот в таком виде записал вот этот предел. Давайте, ну, в некотором смысле, ну, что мы увидим? Ну, показатель действительно сходится к этому интегралу. Правда, с измельчением n. Вот. А, ну, вот это произведение, ну, в некоторых книжках, особенно физических, вы можете написать, вот, вы можете увидеть такие вот произведения, так, того, что не делает более понятным эту запись. Не того делает. От нуля до t. Не делает. Да, да, вот. И здесь это самое 2π там в сходящей степени. Вот. Здесь имеется в виду некоторый объем, который трансляционно инвариантен. Аналогично вот объему нашего трехмерного пространства. Да. Инвариантен относительно сдвига. Вот его нарисовать нельзя, как у, пусть, допустим, Q очень гладкая функция. Не можете вы нарисовать этот объемчик, как он выглядит, например. Допустим, Q очень гладкие функции. Так вот. Это наглядно можно это, или это невозможно? Значит, я хочу обратить внимание на следующее. Вот это хорошо определенный объект, который дает ответ. Вот мы можем просимировать решение. Фейнман использовал эту запись как наглядное обозначение, ну, более короткое, вот этого предела. Вот. И сказал, что это можно интерпретировать. Вот этот предел можно интерпретировать. То есть тут смысла не искать большого вообще, не пытаться даже. Поискали. Математики поискали здесь смысл. Вот, и пришли к следующему выводу, что ответ не так тривиален, как хотелось бы. Просто извините, вы говорили об индикативных функциях и о маленьких множествах бесконечном пространстве. Да, вот да. Это связано с тем, что вы сейчас пишете, или про это надо забыть? Вот про эти маленькие множества, меры на них, это идейно понятно. Но вот это как-то связано это с тем, что вы сейчас пишете, или это отдельно все было? Связано следующим образом. Конечно, связано. Но следующим образом. Если мы эту экспоненту разобьем на две части, вот, то оказывается, можно связать с понятием объема так, что там будет действительно счетно-аддитивная мера на боррелевских множествах. Вот эту меру будет символизировать произведение вот этого непонятного d
на один из множителей, вот на этот или на этот. Если мы, так сказать, будем считать, что вот эта плохо определенная мера может быть умножена на вот эту функцию, вот, то в некотором смысле это действительно будет мера, но она будет аналитическим продолжением известной меры семейства, известных мер Винера, так называемых. То есть вот произведение этих дифференциалов, число которых стремится к бесконечности, математики настоящей меры не считают. А настоящей меры они считают произведение этих дифференциалов, еще помноженное на бесконечномерную гауссову функцию. Значит, вот насчет, что такое настоящая мера? Значит, если мы хотим считать, что настоящая мера просто должна давать возможность достаточно широкий класс функций интегрировать по ней, то это прекрасная настоящая мера, потому что все нули мы можем проинтегрировать. Вот предел, он дает ответ. Не обязательно, вот процесс интегрирования, я говорил, не обязательно сводится к аппроксимации индикаторными функциями. И вот здесь как раз это не очень удобно. Итак, вот у нас есть возможность получить некоторый линейный функционал по всему. Вот, это вот интеграл. Вот мы этот интеграл можем писать в таком виде. Вот. Это раз. Потом, ну мы хотим сказать, что а вот мы усилим, вот это слишком общо, какой-то абстрактный линейный функционал. Какая, причем тут мера? Это линейный функционал, абстрактный. Вот. Если мы захотим потребовать, чтобы получающаяся мера была счетно-аддитивной, то мы можем прикрепить вот этот множитель, содержащий v, к этому пространству d, и в уме еще перейти к так называемому импульсному представлению, то есть, вообще говоря, решать задачу не относительно исходной фи, а относительно ее преобразования Фурье. Вот там появится упомянутая мною ранее мера Маслова. Пуассоновская мера, комплексно-значная за счет этого и. Вот. Она будет счетно-аддитивной. Она будет счетно-аддитивной. Но на самом деле можно даже и вот этот кусочек. К сожалению, здесь в саму меру будет заложена информация о V. V от потенциала, от задачи к задаче меняется. И как-то вот не очень хорошо. Хотелось бы иметь такую меру, которая мало от чего зависит. Вот, вот это выражение. Оно не зависит от потенциала. Вообще от данной задачи не зависит. Вот. Вот его хочется прикрепить. Но вот в этом случае измеримое множество появится, мера там будет аддитивная, но, к сожалению, не счетно-аддитивная. И она будет иметь неограниченную вариацию на каждом непустом открытом множестве. Вот. Подходов много. Давайте я теперь расскажу, как можно было до этой формулы, вот до этой формулы, как догадаться, в конце концов. Ну, вот это, конечно, следствие идеи Дирака, с одной стороны. Вот. А теперь давайте мы придем, зная уже теорему Стоуна, мы придем более прозрачным путем, ну, математически более прозрачным путем. Этот вот Дираку был естественный вот этот путь рассуждения. Ну, какие там у него еще ассоциации были, этого мы сейчас восстановить уже не можем, спросить его не можем. Вот. С точки зрения математики мы можем нашу экспоненту аппроксимировать. Дело в том, что если бы v равнялся нулю, то ответ для получившегося уравнения был бы очень простой, и он выражался бы известным интегралом. Ну, почти гауссовским, только там вместо минусов показателей экспоненты стояла бы вот эта буква i. Давайте я напишу просто этот ответ. E в степени i, там, 1, 2 дельта на th, а, на t, вот, все, на t, вот. Из всего h я взял только вот одну половинку, один кусочек, который не содержит v. Если применить такой оператор, здесь не очень хорошо, давайте, та самая дельта, которая оператор, вот давайте крупнее напишу, значит, здесь напишу t пополам, вот, умножить на дельту, где дельта вот этот жирный, это оператор Лапласа. Не тот, который дельта t. Давайте я здесь сотру дельта t. Напишу t на n.
чтобы дельта у нас была одна, и чтобы она символизировала только оператор Лапласа. Эту формулу студент умеет писать, вот эту. Прекрасно. Вот, сейчас, значит, экспоненты стандартных гауссов или пуассонов, как говорят еще, интеграл. Ну, не совсем уж такой стандартный, но тем не менее для многих функций написать можно. Значит, если бы вместо и был минус, мы не балл сумняшься бы написали вот такую вещь. 2 пи т, ну там, в кубе положено, теперь е в степени минус здесь x. Так, что я пишу? Значит, мы подействовали на функцию фи, фи как всегда из z2. Фи как всегда из z2. Вот. Поэтому после действия такого оператора мы снова получим функцию z2. И вот хотим узнать, чему она равна в точке x. И у нас есть стандартный ответ. Значит, здесь дисперсию можно писать. Здесь фи от y до y, и здесь надо квадрат разности просто написать. Вот, это если бы буква i была заменена на знак минус. Вот, а теперь мы наоборот. Знак минус. Так, мы делаем такую замену стандартную формуле. Получаем такой ответ. Значит, здесь будет, насколько я понимаю, минус ft. Вот. И здесь будет минус ft. Так, что-то там, я уже время передал. Время 20 часов. Вот. Сколько у меня осталось? Минус 20, минус 2 минуты. Да, стандартную формулу известна для этого кусочка, и стандартная формула известна для этого кусочка. Здесь даже и интерпретировать нечего, это просто оператор, который умножает на указанную функцию. Значит, теперь для завершения, давайте уже я буду подходить к концу доклада. Через несколько лет после работы Фейнера, в 50-х годах, Тротер доказал такую замечательную функцию, что если мы находимся вот в такой ситуации, когда мы знаем, хорошо знаем выражение для экспонента для двух половинок оператора, то справедливость для экспонента суммы справедливо следующее. Давайте вот я назову h0. Значит так. Первую часть, вот эту половину лапласиана, назову h0. h0, значит, ну, минус v. Вот. Вот у нас есть два оператора, у каждого из которых экспонента выражается обычным образом. Наша замечательная предельная полугруппа, которая дает ответ, вот, оказывается, может быть получена в качестве такого предела, при n, стремящемся в бесконечность. И здесь можно написать e в степени i. Вот нельзя просто, ну сейчас я напишу. Значит, i h0, p делить на n, потом e в степени, значит, i v, ну минус там будет, да? Там у нас минус. Соответственно, минус ив умножить на p делить на n. То есть мы два известных выражения можем использовать для времени t на n, потом это использовать n раз. И так учтем весь отрезок. Вот. Теорема Тротера состоит в том, что для любого фи из L2 вот справедливо такое равенство. Равенство опять в L2. Предел в том же самом L2. Вот. Заметьте, что это просто умножение на функцию,
А это свертка, ну вот это такой интеграл. Когда есть сериал, говорят, что это свертка. Вот. И здесь как раз написан n интеграл. Вот если скобки раскрыть всякие, то будет интеграл вот именно такого вида. Вот. Математически это было выяснено через несколько лет после формулы Фемина. Вот. Итак, значит, с именем Фемина у нас связаны сейчас два объекта. Вот. Это вот называется формула Фемина. Формула Фемина. А это интеграл Фемина. Представление функции фи. Значит, интеграл — это интеграл Фемина. Представление функции фи с помощью интеграла Фемина сейчас традиционно называют формулой Фемина-Каца. Кац доказал аналогичную формулу с интегралом, только в случае, когда интеграл гауссский вместо и стоит минус. Когда вместо уравнения Шизеньера есть уравнение теплопроводности. Да, когда мы просто мы забываем правду и, мы получаем... Нет, не совсем забываем, мы ее заменяем... Правильно, забываем правду и. Да, получаем уравнение теплопроводности. Там еще было уравнение Дирака. Вот, уравнение Дирака, на удивление, тоже относится к классу, к которому применима теорема Стоуна. Который применим, ну, скажем так, аналог теоремы Стоуна, заведомо применима теорема Троплера. Только вот этот коэффициент, на котором умножается функция фи, оказывается вектором, там, уравнение Дирака относительно... Ну, если его записать в виде одного уравнения, то это уравнение относительно векторных функций. И на этом еще история не закончилась. Давайте подведем итог. Значит, известно, что разные математические задачи, ну, после того, как физики уравнения написали, стоит чисто математическая задача, его решить. Многие задачи математические решаются методом введения дополнительного параметра. Вот в теории дифференциальных уравнений иногда этот параметр вот пролегает конечномерное пространство, и интегрируя по нему, получим ответ. Это решение в квадратурах. Фемин догадался, что параметр может оказаться бесконечно мерным. И это дает явное решение вот, для достаточно большого класса начальных условий и потенциалов. Вот. Ответ, который содержит в себе ингредиенты уравнения, просто коэффициенты задачи, которые я уже стер. Этим направлением деятельности, а именно, значит, решением эволюционных уравнений с помощью бесконечно мерного анализа, а также другими приложениями так называемого нелинейного, функционального, вот сейчас просто чаще говорят бесконечно мерный анализ, появился журнал Infinite-Dimensional Analysis, Quantum Probability and Related Topics, в редакционную коллегию, в которую входит, значит, как раз профессор Смолянов, я вот приглашен на этот доклад, который не смог приехать, и эти еще написано, что в объявлении к этому семинару написано, что проведено квантование калибровочных полей, за это получено множественное время, тоже в терминах функционального интеграла. Интеграл по бесконечно мерному пространству. Вот. Осталось мне только для тех, кто заинтересовался данной темой, оставить координаты семинара. ОБС минус Виталий Георгиевич Смолянов, семинар.ру. Вот. И еще есть аналогичный семинар, который по средам происходит, к сожалению, прямо вот в это время в Стекловке. Вот это на сайте Стекловки. Значит, можно найти мирас.ру. Семинар, который ведет профессор. Да, спасибо. Мирас.ру. Значит, этот семинар происходит по понедельникам.
Это семинар, тут тоже, значит, по математической физике оба семинара. Семинары, можно сказать, наверное, одни из лучших по математической физике. Туда приглашаются докладчики со всего мира. Значит, и там основной интерес – это применение современных аналитических методов для исследования, ну вот, современных объектов математических, возникающих в физических науках. На этом. Прежде чем вы разбежитесь, я хотел бы сделать небольшой комментарий вот с меньшим количеством математики и с большим количеством физики, на всякий случай. А именно, я хотел бы объяснить, что за картинка нарисована в объеме. Значит, потому что в общем-то, исходная идея на самом деле очень проста. И может быть объяснена с помощью рисунка вот такого. Представьте себе, есть источник, из которого летят частички. И есть, ну скажем, фотопластинка, куда они попадают и поставляют ответку. Ставим между ними, как водится, экран для начала с двумя щелями. И чтобы найти плотность вероятности обнаружения частички в какой-то точке, мы берем, что частичка может пройти через одну щель, либо через другую. Значит, это квантовая механика, это не классическая механика, поэтому мы каждой траектории должны приписать не вероятность, а амплитуду вероятности. И эти амплитуды сложить. После этого А1 плюс А2 по модулю в квадрате, это уже будет плотность вероятности. Дальше представьте себе, что мы, скажем, поставили еще один экран. И в этом экране, скажем, уже... Сейчас мы ставим только здесь. В адресе. Уже три щели. И еще тогда мы должны сказать, что частички могут пройти так, могут пройти так, могут пройти так. И, в общем, нам надо будет просуммировать уже не два члена. Ну, в данном случае, как я нарисовал, 6 членов, отвечающие всевозможным комбинациям этих двух щелей. Как-то частичка шла из источника до экрана. А теперь переходим к пределу. Представьте себе, что вы поставили много-много экранов, в каждом экране много-много щелей. И так, что каждый экран просто состоит из щелей, там экрана уже нет. И тогда получается, что мы должны просуммировать по всем возможным траекториям амплитуду, по которым частица может прилететь из начальной точки в конечную. И чтобы просуммировать по всем возможным траекториям, то есть что получается? Что вот это вот экспонент, это амплитуда вероятности вдоль одной избранной траектории. Пси 0 от Q, момент времени t, это начальная амплитуда вероятности. А вот этот интеграл – это суммирование по всем возможным траекториям. Ну, понятно, суммирование при предельном переходе превратилось в интегрирование. Вот, собственно, в этом состояла исходная мысль. Правда, чтобы сделать это не просто вот рассуждением в виде размахивания руками, а сделать из этого строгие математические формулы, в общем-то, надо применять достаточно тонкую математику, применять функциональный анализ. Собственно, про что нам и говорил Николай Николаевич. Но даже если вы не можете эту формулу использовать строго, ну, на самом деле, не всегда эту формулу удается строго использовать, даже если вы математик. Обосновать. Да, не всегда ее удается строго обосновать. Тем не менее, это дает вам какую-то интуицию. Потому что представьте себе, вот есть одна траектория, а есть другая, чуть-чуть на нее похожая, но чуть-чуть другая. По одной траектории амплитуда e в степени i, s1, ну, разделить на постоянную планку. По другой траектории e в степени i, s2 разделить на постоянную планку.
Если вот эти S1, S2 для близких траекторий достаточно быстро меняется, то получается, что суммируя амплитуды вклада близких траекторий, вы суммируете значение быстро осциллирующей функции. Ну и как вы понимаете, что при этом обычно получается? Что-то близкое к нулю. Но если S действие от траектории к траектории меняется медленно, то вклады близких траекторий практически одинаковы, близки друг к другу, и тогда получается, что амплитуды суммируются, и эти соседние траектории друг друга усиливают. То есть это рассуждение до уровня размахивания руками, но что, к какому выводу вот на этом уровне строгости мы приходим? К тому, что основной вклад в процесс дают те траектории, действия вдоль которых мало меняется при малой вариации траектории. И что мы получили? Мы получили некое обоснование принципа наименьшего действия, экстремального действия, если правильно сказать. Правда, поскольку интеграл Фейнмана для некого с потолка взятого действия мы не всегда можем строго обосновать, это обоснование тоже не строго. Но, тем не менее, это вот некая интуиция. И если мы, скажем, будем находить экстремальную траекторию, вдоль которой действие имеет экстремум, и около этой траектории возьмем и разложим действие в ряд, вот по вот этому малому возмущению, и потом будем интегрировать вот этот вот фейнмановский интеграл, то этот метод будет соответствовать тому, что, вот, я не знаю, все ли студенты знают, это тому, что называется метод перевала. Когда у нас есть интеграл от быстро осциллирующей функции, то основной вклад в интеграл дают те точки, где эта функция осциллирует медленнее всего. Переводной книжки Фейнман-Хиббс. Можно это посчитать. Значит, квантовая механика и интеграл по траектории называется. Фейнман-Хиббс. Да. Так что, в общем-то, с одной стороны это сложно, а с другой стороны за этим стоят очень простые и наглядные идеи. И, в общем, в принципе, отсюда же растут и знаменитые фейнмановские диаграммы. Потому что, значит, что тут получается? Квантовая система изначального состояния в конечное в некотором смысле переходит по всем траекториям одновременно. Каждая траектория дает свой вклад в амплитуду вероятности. Ну, понятно, что легко и удобно рисовать траектории, скажем, для одной частицы. Ну или даже для нескольких частиц, если их число фиксировано. Рисуем просто кривую, либо в нашем пространстве R3, либо в конфигурационном пространстве, R в степени 3n, где число частиц. А теперь представьте себе, что у нас число частиц переменное. Может частица превратиться, скажем, в две другие. Летел электрон и спустил фотон, или полетел. Была одна частица, стала другая. Как тогда по траекториям интегрировать? И тогда оказывается, что вот надо суммировать не только вот по таким вот кривым, а надо еще, скажем, добавлять, скажем, если у нас в начале два электрона и в конце два электрона, то они, во-первых, могут просто пролететь вот так. А могут пролететь вот так, чтобы их перепутали. А может быть, они пролетели и обменялись фотоном. А может быть, они пролетели и обменялись двумя фотонами. Вот так вот. Или вот так вот. В общем, вариантов много. Но все эти варианты надо просуммировать. А по всем этим сами. С какими-то коэффициентами. Разумеется, коэффициентами, но тут речь в данном случае идет про идею. Ну а проинтегрировать. И вот этот вот интеграл, когда у нас траектории бывают с разной топологией, он естественным образом разбивается на кусочки. Значит, кусочки дают
соответствует вкладам траектории с данной конкретной топологии. Вот берем все случаи, когда электроны пролетели независимо, и интегрируем по траектории одного и второго. Позвольте, я еще одно замечание скажу. Вот там написаны три термина, в каждом из которых присутствует фамилия этого самого Ричарда Фейнмана. Вот, одно. И сейчас произнесено еще четвертое понятие диаграммы Фейнмана. И вот эти коэффициенты при соответствующих диаграммах получаются так. Вот та экспонента, которая в формуле Фейнмана, в интеграле Фейнмана стоит, ее надо расписать в ряд и интегрировать почленно. Это и будет и соответствующие слагаемые там, которые вычисляются там комбинаторным образом по формулам Вика, они как раз суммируются и интерпретируются вот как коэффициенты вот этих диаграмм. И когда мы, если мы для каждого, по каждой из этих фиксированных топологий будем брать интегралы Фейнмана, то от этих, то можно их будет, зная интегралы, скажем, для электрона, как он попадает из одной точки в другую, для фотона, как он попадает из одной точки в другую, мы можем в конечном итоге получить некую машинерию математическую, которая уже оставляет интегралы только конечной мерной, когда надо, скажем, интегрировать только по каким-то величинам, которые характеризуют точки, где линии выделяются. В одном варианте или там или либо там переменное интегрирование на каждый замкнутый цикл. Есть разные варианты, но идейно одно с другим связано. То есть что квантовая эволюция происходит по всем возможным путям одновременно, если мы не можем их различить. Если можем, то тогда, соответственно, надо оставлять только те пути, которые не исключаются нашим наблюдением или нашим процессом. Ну и я бы еще обратил внимание аудитории на некую, с одной стороны, на разницу в подходах, а с другой стороны, на их единство. Мы с Николаем Николаевичем говорим про одно и то же. Но обратите внимание, что насколько разными слова. То есть я больше подходов, тем лучше. Я как в большей степени физик. Не говорю про области определения, там, про число раз, которую функцию можно продифференцировать, про... но при этом говорю про физический смысл. Николай Николаевич тратит время, считает это необходимым. Как математик, он прав, как математику ему это необходимо. Определить точность, на каких именно функциях этот оператор может действовать. На самом деле, в этих математических тонкостях часто кроется физический смысл. То есть в некоторых случаях, там, скажем, про этот физический смысл я вам говорю, что скажем. Область определения гамильтониана – это те функции, для которых энергия средняя конечна, и квадрат средний квадрат энергии тоже конечен. А это уже вполне физически осмысленные условия. Но с другой стороны, эти условия чисто математически. Еще хочется сказать, что если некоторая формула доказана про физические величины, если она доказана математически, то не нужно тратить деньги и время на эксперимент по ее проверке. В этом смысле некоторая экономика математикой дается. Да, но с другой стороны, вот в математике есть целая индустрия, направленная на то, чтобы строго математически доказывать те формулы, которые физики в некотором смысле доказали. То есть есть в частности, вот, скажем, такая теория, как теория струн, там есть, скажем, Вигнер, он. Так, Вигнер. Это теория струн, теория пока может считаться в некотором натянутом смысле. Да, с точки зрения математики это теория в натянутом смысле. С точки зрения физики это вот некая модель, претендующая на... Я процитировал книжку физика. Претендующая на... как некий кандидат на теорию сил. Но эта теория глубоко геометрична. И то, что те результаты, которые выдают физики, их математики могут... По-разному интерпретировать. Их формализовать. И в Дойера возникает, с одной стороны, интересная физика, правда, достаточно...
сожалению, пока что отвязаны от эксперимента. А с другой стороны, не менее глубокая математика. Так, ну, наверное, давайте закругляться. Поблагодарим докладчика. Если кого-то эта тема зацепила, то не убивайте.